Всем привет! Вы на канале «Сибирская дача на родниках». И сегодня я хотела бы затронуть тему весенней обработки черной смородины. Ведь от того, насколько своевременно мы проведем весеннюю обработку смородины, будет зависеть наш урожай, а также здоровье наших кустиков. Необходимо успеть сделать обработку до массового распускания куста. И, значит, обработка вот ранней весной, сразу после схода снега, а у нас в Сибири это апрель месяц, у нас вот только недавно сошел снег. Проводится эта обработка для борьбы с заболеваниями, а также для того, чтобы избавиться от насекомых вредителей. Итак, мы должны ориентироваться на свой климат. У нас у всех климат разный, поэтому ориентируемся на свою климатическую зону. Значит, а также на состояние наших растений. Вот смотрите, у меня уже снег растаял, почки набухли, покажу сейчас поближе, вот, но еще не распустились, еще до распускания далеко, вот они почечки. Земля еще местами твердая, на штык лопаты она у нас еще не копается, значит, вот самое время приступить к обработке нашей смородины. Я уже провела обработку, а сейчас делюсь с вами, как я обрабатывала свои кусты, что я делала. Итак, начну по порядку. Первое, что я сделала, это я перед тем, как начать обработку, удалила все сухие, если есть больные, и старые ветки. Я их вырезала, оставила только годовалые, двухгодовалые и пару веточек трехгодовалых. Затем я очистила почву под кустами от опавших листьев. Вот видите, везде у меня чистенько, потому что я уже обработку сделала и слегка порыхлила. Третье, это я побелила стволики и опрыскала почву в приствольном круге. Чем? Сейчас я вам покажу. Для обработки кустов смородины я использовала водно-дисперсионную побелку для садовых деревьев. Вот такое у меня ведерочко. Здесь 1,5 килограмма. Вот. А также использовала бордоскую жидкость. Способ применения написан на обороте. Вот как здесь написано, я все так и сделала, только еще добавила бордоскую жидкость. Вот. Побелила стволы смородины, а также побрызгала почву вокруг приствольного круга. Вот. После того, как я обработала свои кусты побелкой с бордоской жидкостью, я под каждый кустик побросала гранулы фертика «Сад и огород. Весна-лето». Очень мне нравится это удобрение. А также у меня была яичная скорлупа, крошеная, толченая. Я ее тоже побросала вокруг своих кустиков. Тем самым сделали мы такую весеннюю подкормочку нашей смородине. Итак, друзья, сегодня я с вами поделилась своим способом весенней обработки смородины. О том, как я проводила осеннюю обработку, вы можете посмотреть в правом верхнем углу, выйдет ссылочка на это видео. Ну а сейчас я с вами со всеми прощаюсь. Если вам понравилось мое видео, пожалуйста, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Кто еще не на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. Буду только рада. Всем пока-пока.